Всем привет! С вами Наталья Осипенко и снова о люпинах. Буквально короткое видео про люпины. Это продолжение того выпуска о люпинах всем. Посмотрите, я обрезала, когда цвели цветоносы, я их обрезала. Скажу, какая это была дата, просто сейчас не помню, у меня все записано. И вот сегодня на дворе 22-е, ну и уже, посмотрите, они распустились. То есть, буквально прошел месяц, и люпины опять начали радовать меня. Второе цветение люпинов за этот год. И я еще попробую. Я-то ждала их осенью, ну, хотя бы в конце лета. Еще раз срезать увядшие цветы и посмотрим, может быть, они меня еще и осенью порадуют.